Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Дима, Серега, Сок Яблочный. Как всегда, очень много подписчиков, сегодня мы играем в Гаррис Мод. Карта у нас Гренни, я буду сегодня злой бабкой, пацанчики, девчонки, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Так, на колокольчик не наступай, беги. Серега, да, в чем смысл? Я буду сам наступать на него и вас мочить. Да. Кабаку, не убьешь всех. Я молоток нашел, куда его. Тащите все к этой двери. Тащите все, короче. Все ключи, которые там в двери, тащите все. Мне плевать. Понажимали колокольчик. Молодцы, ребят. Отвертка нужна. Так. Я молоток нашел. Молоток, ну по короче, голове, Грэнни, давайте. Стукни. Кто как зацепляет, я буду мочить всех, кто рядом. Даже я буду догонять и все равно мочить. Только слышу колокольчик. Я какой-то рычаг нашел. Очень сложно будет им. Надеюсь, вам понравится. Вы подпишитесь на канал, поставите лайкосик, потому что ролики выходят каждый день. Для вас. Для моих любимых подписчиков. Ну и зрителей. Я доску сломал у двери. Они так все суетятся, они так все переживают. Один я на расслабоне сегодня. Буду мочить, если колокольчик услышу. Ошибаешься. Дай мне доску. Доску мне дай. Подожди, у меня есть невидимость, что ли? Ой. Это я. Подожди, у меня есть клоак. 0 секунд написано. Что делать, чтобы его использовать? Так, это не то. Это просто конченная музыка. Какие еще F есть? To respect. F нету. Q нету. TRMNE нету. TRMNE. Я нашел какой-то красный круг. Все, тащи сюда. Время бежать. Я ж могу тпхаться, я ж вспомнил. Так, я не понял, чего вы колокольчики не нажимаете? А мы не хотим. Злая бабка идет. Мы хотим. Так, я сюда пришел. Веревка аж идет отсюда. Ну что, давайте, нажимайте колокольчик. А ты молодец, какой красава. Чья камера? Ну давай! Ай! Кто-то нажал колокольчик. Активация убить всех активирована. Активация активирована. Что ты находишь? Я нашел какой-то ключ, ребят. Так, ключ. Я не знаю чего, но я его тащу. Нажал кто-то на колокольчик опять. Колокольчик. До свидания. Мне надо троица вас мочить. Давай. Говно такое. Не знаю почему, но у меня очень классное настроение, чтобы вас мочить. Ну давай, нажимай. У Димаса прям палец, чтобы нажать. Чтобы ну конечно, я прям вот с каждого прицеливаюсь, моментально буду мочить. Засранец. Не. Димас, лови аптечку. Принимаю. Эй! Все, мы оглушили на 2 минуты, Димас. Нифига себе, такого нету по правилам. Что это за новые правила? В игре есть. А, есть такие правила в игре? Да. Хорошо, я только давай не на 2 минуты, хотя бы на 10 секунд. Ну, 30. О, ладно, давай до конца ролика. Понимаю. Ну, да блин. Все, мое оглушение прошло. Отвертка есть где-нибудь, а? Нету, нету. Кто-то стащил. Колокольчик сработал! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Всех, кого буду видеть, я буду мочить. Ты что летаешь? Я должен всех убить. Ага, режим полета отключаем. Так. Разрешим полета. Кто закрыл дверь? Каркарыч, ты неправильно поступил. А за шо? А это за тот раз, когда вы колокольчик нажали. Это ж не я был. Да, а я там знаю, слышу звуки, вижу. Эй! Держи подарок. Бабка сейчас разозлится и все. Кто там на колокольчик нажимает? Не я. Ну отвертку. Да ё-моё, мы ж на колокольчик не нажали. А ты же сказал, что нажали.
Нет. А, не? Кто-то нажал. Вонючка. Кто-то нажал на колокольчик. Опять? Да. Так, бабка ждет, чтобы убить, потому что я слышал звук колокола. Ай, в смысле? Ну я должен убить троих. Слышу колокол, убиваю троих. Еще двоих должен убить. А ну идите сюда. Кого вижу, того и мочу. А что ты слышишь? Иди сюда. И сразу дверь закрыл. Лови аптечку. Фисташка! А? Иди сюда, я должен убить двоих человек. Не-не-не-не-не, Димас. Да как это не? Идите сюда все, чего вы прячетесь? Не, лови аптечку лучше. Ты страшный. Еще одного, еще одного. Димас, подойди к двери. Эй, все. Слушаем следующий звук колокола. Опять звук был или мне послышалось? Да. Слушаем внимательно. Все, я в туалете спрячусь, мне надоел Димас. Был колокольчик, был. Был, я знаю, троих человек должен убить. Все, Димас, спрятаться не видел. Серега, а ты где пропал? Эй, вы что бьетесь? У меня жизни тратятся. Так, отлично. Так, Димас, ты что? Колокольчик кто-то нажал. Можно подождать. Я стою, я псих. Димас, ты что-то обнаглел. В смысле обнаглел? Надо выбраться отсюда. Опять колокольчик жмете? А вы не жмите, проходите тихонько. А чё ты, Серёга, так падаешь красиво? Что это? Ах ты дерьмо! Ты чё, с дробаша в живот мне? Да, всё, я тебя по сути оглушил. Ребят, зачем лампы туда тащите вы? Зачем лампы? Это тоже предмет, чтобы выбраться. Так, я отчитываю время, я ж оглушённый. Какая бабка знает. Мне кажется, пора бежать. Все, оглушение прошло успешно. Ай, блин. А Сережа, а ты где? Караганде. Передай Сереге привет на том свете. Он был за мной. Опять нажали. Вы что, издеваетесь? Я уже устал вас мочить. Да вы что нажимаете? Вам не надоело умирать? Будут нажимать, будут умирать. Почему я? А потому что ты нажал. Откуда ты узнал? Вы все карту поломали. Никто не ломал карту, все работает четко. Двери сломали, молодцы, ребят. Давайте, короче. Какой? Раз вы не можете сбежать, сбегу я. Мочите его! Понимаю. Мочить можно? Да, берите оружие любое и мочите Димаса. Все, спасибо. Принято. Вы че, гоните? Так нечестно! А ты нечестно с одного удара. Честно. Да что знаю. Давай, выходи. Подлый трус. Ребят, отходи. Отойдите, отойдите. Не-не-не, я никому не дам выйти. Ой, фисташка, молодец. Фисташка, ты молодец. Понимаю. Да ну хватит. Почему? Все! Вот так значит. Ай-яй-яй! Бегите, хлопцы! Получается, вы че? Да вы нечестно сбежали, я вам дверь открыл сама. Рабаку, спасибо, что ты. Ой, извини, столько яблочные обстоятельства. Давай, короче, Серега, я улечу за карту, давайте. Последняя схватка, дуэль. Я против вас, а вы все против одного меня. Ребята, оружие берите. Без админских пистолетов. Хорошо. Окей, ты сам сказал. Чё не могу ставать невидимый? Такой зуб прикольный на карте. Ну чё? О, офигенная нычка. А, мы тебя ещё не видели? Не, так я просто так подумал, ну не. Так она там, она в городе. Спасибо. О, через текстурку можно смотреть. Отлично! Отлично, двоих сложил.
Он в доме, да? Да. На кухне. Отойдите. Кухне. Снеговик, отходи. Подошел. Ой-ой-ой, Серега, я живой. Я живой, реально. Ой, слабаки. Ну ладно, убили бабку Гренни. Нет, я не оставлю так просто. Тебе еще надо? Слабаки? Бегите. Я тебе сейчас покажу слабака, Димас. А, не надо на спавне стоять, Ой-ой-ой, царь-бомба пошла в ход. Ладно, Серега, твоя взяла, выиграл. И я, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!